Доброе утро! Одна из главных и популярных новостей сегодня. Югоарчанин Максим Храмцов стал чемпионом Олимпийских игр в Токио и завоевал первое олимпийское золото в истории российского тэквондо. Спортсмен из Нижневартовска провел на турнире 4 поединка и во всех одержал уверенную победу. Самым ярким вышел финальный поединок. Вартовчанину противостоял спортсмен из Иордании. Максим идеально отработал концовку раунда, в результате золотая олимпийская медаль. Причем наш спортсмен выступал с травмой. В мае на чемпионате Европы он сломал руку. В первом же бою в Токио случился рецидив. Как сказал сам Храмцов, до третьего раунда финального поединка пришлось беречь руку. А дальше терять было нечего. И прямо сейчас у нас есть возможность лично задать вопросы олимпийскому чемпиону Максиму Храмцову. Максим, доброе утро! Доброе утро! Всем здравствуйте! Доброе утро, Максим! Ну, прежде всего, конечно, мы поздравляем вас с победой и очень рады, что это утро вы решили встретить в нашей компании. Как ваша рука, Максим? Рука, да, в порядке. Сейчас как раз таки еду обследовать ее до конца, узнать, в чем же все-таки с ней дело, проверить, и чтобы уже точное лечение было назначено. Сеня, пошевели пальчиками, как говорили, в бриллиантовой руке. Максим, самый обсуждаемый в сети бой, это был последний, да, поединок, самый волнительный для вас, наверное, и самый сложный, да? Да нет, все поединки примерно были равны. Самый сложный для меня выдался первый почему-то, хотя соперник был самый слабый из всех четырех, с кем я встречался. Но в Олимпийские игры первый бой как-то так сложно было втянуться, и после первого поединка уже прям все отлично пошло. А Олимпийская медаль для вас это была цель или стала вот неожиданностью? То есть вы ехали конкретно за ней? Это была цель моя, и даже когда я выиграл, у меня вот... Просто чувство такого облегчения было, не было там вау, что произошло. Я четко знал, к чему я еду и зачем я еду. А, Максим, мы знаем, что у вас в сборной есть прозвище «Красная машина». Собственно, почему красная, ну и почему машина? Красная машина. Мне тренер подарил хоккейную кофту в 2017 году. У него корреспонденты спросили, почему Максим выходит на поединки в хоккейной кофте. И он объяснил, что в советское время была красная машина по хоккею команда, которая всех разносила. Наши так тоже прозвали. И вот он сказал, что хотел бы, чтобы Максим также всех разносил в тэквондо, поэтому я ему подарил эту кофту, а потом уже они прозвали красной машиной. Ну, это достойно, потому что красная машина внушает уважение, трепет и страх до сих пор. Так что я думаю, что это соответствует. Максим, мы знаем, что для вас это не просто победа, что вы ее посвятили маме. Расскажите об этом. Да, в ноябре прошлого года у меня не стало мамы, которая всю жизнь шла к тому, чтобы жила мной, можно так сказать. Она делала все для этой победы и... К сожалению, чуть-чуть не хватило, чтобы увидеть, но надеюсь, что она все видела и была всегда со мной во всех поединках. А вообще, давайте вернемся вот в детство. С чего начинали? Как у вас все начиналось? Как начиналась ваша спортивная карьера? Вас заставляли родители заниматься или вам это нравилось, это было вот ваше решение, насколько и это желание. Возможно? Нет, меня никогда никто не заставлял, я всегда сам хотел заниматься. В детстве я смотрел бои Джеки Чана, я хотел быть похожим, поэтому меня дали в карате. Потом узнали, что есть олимпийский вид спорта тэквондо, ушли в тэквондо. И вот с того момента я уже поставил себе цель Олимпийские игры и шел к ней. Ну и сейчас Максим может навалять Джеки Чану легко, я думаю. Максим, а все-таки олимпийское золото – это предел, это максимум или есть куда еще расти и стремиться? И вот можно о чем-то еще мечтать? Конечно, есть куда стремиться. Двукратный, трехкратный олимпийский чемпион вполне возможно. Мне на моей третьей Олимпиаде будет всего 30 лет, поэтому через 3 года следующие Олимпийские игры, поэтому будем готовиться только туда. Так, мы знаем, что за победу вы получили денежное вознаграждение. Поделитесь. И вы уже придумали, куда его потратите. Так? Нет, ничего я не получил. Откуда у вас такая информация? Из интернета. Так в интернете, да, есть информация, что вы получили денежное вознаграждение многомиллионное, и вы даже уже придумали конкретную цель, на которую вы потратите. Это неправда? Да, нет, там была нет. Информация о том, что вы планируете купить автомобиль отцу. Это неправда? Нет, вы неправильно поняли, наверное. Так.
за победу олимпийцам дарят машины. Ну, во всяком случае, на прошлых олимпийских играх так было на всех. И у меня корреспонденты спросили после победы, куда у вас, что за у вас автомобиль, куда вы там денете свой автомобиль. Я сказал, что подарю машину отцу. Это никакие не деньги мне дарили, и мне еще ничего не подарили. Мне сказали, если подарят, я сказал, если подарят, то я подарю отцу автомобиль. Вот так рождаются слухи, между прочим. Да. А программа с 7 до 10 срывает покровы с недобросовестных журналистов. Теперь-то мы знаем, как будет все на самом деле. И будем ждать этого автомобиля не меньше, чем вы. Максим, вот сейчас вы кумир молодежи, кумир начинающих маленьких спортсменов. Они смотрят на вас, вдохновляются и мечтают быть похожим на вас. Что бы вы могли сказать им вот уже с высоты небольшого количества прожитых лет, но уже большого опыта спортивного? Больших достижений. Да. Что хотелось бы сказать детишкам, которые будут заниматься тхэквондо, которые занимаются другими видами спорта? Всегда слушайтесь родителей, тренера, и все у вас будет замечательно. Просто прислушивайтесь к старшим. Вот что я бы сказал. Максим, а когда вернулись в Нижневартовск, знакомые, да и незнакомые люди, ну, лицо теперь, конечно, уже узнаваемое, просили автографы, брали, подходили на улицу, фотографироваться или автографы? Конечно, конечно, и фотографировались.